По безпосередньо лінії бойового зіткнення. Ми з вами вже згадували, і ви пояснювали, що пойма, от власне, пойма Піщанівка і аж до Кринки наші Збройні Сили України роблять те, що й робили на Оріхівському напрямку. Вони розширюють фронт, аби розтягнути сили противника. Що стало відомо зараз? Що нарешті Збройним силам України вдалося зробити надважливу річ. Це перебити трасу Олешки, от жовтим кольором, і аж до Нової Каховки. Я правильно розумію, що це вже є дуже і дуже серйозна заявка на закріплення на цій території? Ну, мы не всю трассу, конечно, контролируем. Просто мы взяли под огневой контроль эту трассу, которая идет из Олешек в каком-то из мест. Не будем об этом говорить. Россияне там часть ее знает. Но в эфир это лучше. Это как раз тактическая информация, которую в эфир лучше сразу не выпускать. Для понимания процессов, которые сейчас идут, нашим слушателям вот лучше показать, допустим, радиус 15 километров, если у вас получится, где-то из какого-нибудь из Антоновских мостов, лучше железнодорожного там или автомобильного, вот в радиусе 15 километров, вот если, как, вернее, как только мы займем вот этот радиус, ну вот такой плацдарм, вот тогда после этого, вот где-то вот такое расстояние должно быть, после этого на этот плацдарм уже можно будет перебрасывать, то есть отстраивать понтонные переправы, перебрасывать тяжелую технику. То есть вот сейчас мы только в начале этого процесса. Он может быть долгим, он может быстрым быть. Дело в том, что есть определенные механизмы, которые могут ускорить создание этого плацдарма. Для чего он нужен? Для того, чтобы можно было армейскую артиллерию российскую отогнать, чтобы она точно не могла, допустим, по точке схода с понтона на левый берег бить. Вот как раз это минимум 15 километров, лучше, конечно, 25-30, но хотя бы 15 километров будет достаточно. После этого на этот плацдарм можно будет перебросить артиллерию легкую, может быть, минометы те же, там, 120-е, арту определенную, для того, чтобы уже артиллерия могла дальше расширить контроль пространства, как минимум, от артиллерии. И зенитно-ракетные комплексы, хотя бы пару армейских, для того, чтобы можно было прикрыть этот плацдарм еще и с воздуха. То есть и после этого можно будет начинать инженерно-технические работы по возведению того же понтона и переброски уже тяжелой техники, зарываться и двигаться дальше, в зависимости от замысла главкома. Но вот пока вот этого такого плацдарма не будет, пока надеяться, допустим, на какое-то серьезное форсирование Днепра не стоит. Сейчас у нас на левом берегу есть техника, есть в информационном потоке уже кадры и видео, и фото о том, что техника легкая техника, легкая броня на левом берегу. Но это в основном плавающая техника, та, которая есть на балансе, вернее, стоит в строю на боевом дежурстве в самих подразделениях. Потому ею пользуются иногда в таком рейдовом режиме, они выполняют задачу тех же катеров. Ну, с меньшей скоростью, конечно, но тем не менее задача выполняется. От пригадую, пане Роман, ми десь місяців півтора-два тому говорили, і ви запевняли, що буде три фронти як мінімум, ну два так точно, так, це от Херсонський зараз бачимо, він розвивається, це є Оріхівський, і далі, можливо, Вугледар або Схід України. Ну, от бачимо, що ми так і роблять Збройні Сили України, як і ви і казали. Ми зараз розвиваємо активні бойові дії на лівому березі і не стоїмо біля Оріхово-Токмакського напрямку, тому що, якщо ми глянемо на карту, нам вдалося, знову ж таки, те, що ви неодноразово казали, от відрізати такий кіл росіян біля Вербового. І бачимо, є просування від траси до Оріхова на Пологи і далі до Маріуполя. Ось є просування на цьому плацдармі. І що це означає? Що ми не даємо їм спокою і не даємо змоги, сковуючи їхні війська, я так розумію, так? Не даємо змоги легко перекидати по лінії фронту свої підрозділи. Ну, есть определенная логика развития процессов военных. Причем это она формульная, с одной стороны, но самое основное – это логика как таковая. Если, причем, как легко некоторые вещи проанализировать и понять, что будет, как будет развиваться дальше событие. Вот
разделение, допустим, на три фронта с генералами, которые отвечают за каждый из фронтов. У нас три генерала, которые отвечают там, за Херсонский фронт, за Запорожский фронт и за Донбасский фронт. Знаем прекрасно этих генералов. То есть, в конце концов, сколько бы они ни начинали там, боевых действий, они всегда оставят себе одно. Ну, то есть каждый фронт, каждый генерал, он оставит себе одно направление основное, начиная с двух-трех сначала, потом останется все-таки одно. И вот одно направление оставлено на Тавриском направлении, Запорожский фронт, Тарнавский оставил себе одно направление, это Токмак. Мы видим, опять же, те же этапы, опять же, логика развития событий. Продавили на 10 километров, расширяемся на 20, потому что ну, так по-другому не получится, иначе сдавят с флангов. Потому прошли на 10 километров, дошли до второй линии обороны, вскрыли ее, укрепились и начали расширяться по флангам. Вот пока расширение по флангам не произойдет до 20 километров, дальше на юг никто не пойдет. Просто, ну, не называется, не положено, это как минимум. И, естественно, это движение видно, то есть можно спрогнозировать, что оно будет в одну сторону, там по высотам, если взять высоты, там видно, как по высотам двигаться, ну, естественно, в другую, то есть и на запад, и на восток. В Донецкое направление Сырский себе оставил в Бахмут. Правильное, грамотное направление, там, где можно как-то более-менее в осенне-зимний период двигаться, так как, с одной стороны, именно Восточный фронт, он в осенне-зимний период немного ну, проблематичный за счет воды и чернозема Донецкого. Но, тем не менее, в районе, допустим, того же Бахмута или на Горловку, той же Горловке, там можно двигаться. Есть еще вариант, если будет достаточное количество сил, средств, отработать по Авдеевке, но это если Авдеевку передадут в управление Сырскому, как Донецкий фронт. Пока Авдеевка находится под управлением Тарнавского, то есть это Таврия, это Запорожское направление, так называемое. То есть здесь можно вопрос этот ченч решить, и в принципе, ну, это все будет решаться в Генштабе, я так понимаю. То есть пока, по крайней мере, Авдеевка в режиме обороны находится в общем запорожском направлении, а двигаются по западу Запорожского фронта на Токмак. Ну и Херсонское направление, само собой, то есть вот там, где мы сейчас показывали, то есть это направление общее. Основная задача здесь стоит — отодвинуть фронт россиян на восток для того, чтобы не обстреливали ни правый берег, для того, чтобы не убивали наших гражданских лиц на правом берегу. Но и если получится, то, конечно, вернее, тут даже не то, что получится или не получится. Если будет достаточное количество сил, средств для создания плацдарма на левом берегу и движения в сторону Крыма. Если будет достаточное количество, оно просчитывается, опять же, ну а знает об этом только Генштаб, то тогда будем создавать плацдармы, будем перебрасывать тяжелую технику. Если этого количества сил, средств недостаточно, тогда никто плацдармы создавать просто не будет. Кстати, как раз по созданию плацдарма можно определить, есть это количество сил, средств или нет. Ну, вот примерно так работает анализ развития событий по фронту. И он, в принципе, может его сделать любой, от майора и выше, по крайней мере, любой старший офицер и выше может проанализировать развитие событий. Пане Романе, і що ще на завершення, хочу сказати, що от речник повітряних сил України Юрій Гнат сказав, що очікуємо передачу від наших партнерів. Я так розумію, він мав на увазі Німеччину, тому що вона про це натякала. Дивізіон Петріот, третій дивізіон Петріот. Скажіть, будь ласка, в дивізіоні, що мається на увазі, скільки пускових систем, які цілі може воно в кількості визначати і яку площу по факту один дивізіон може в Україні захистити? Ну, дивізіон – це вважається комплекс. Тобто один комплекс Петріот, один комплекс Петріот – це головна машина, це радар. И до 8 пусковых установок. В основном 6-8 пусковых установок, иногда разного типа, все зависит от того, какой ПАК-2, ПАК-3, то есть какой модификации нам дивизион будет передавать. Но, скорее всего, будут передавать ПАК-3 с противобаллистическими ракетами в том числе. Получается 8 пусковых установок, в каждой пусковой установке по 4 ракеты. Причем 4 ракеты – это с дальностью до 150 километров, это по аэроцелям.
Или в каждой тубусе, в каждом тубусе ракет, вот именно по аэроцелям, есть, если ПАК-3, то 4 ракеты противобаллистические. То есть на одной пусковой установке либо 4 ракеты по аэроцелям с дальностью 150 километров, либо 16 ракет противобаллистических с дальностью где-то до 40 километров, в зависимости от, высоты от 30 до 50 километров радиусом, может это противобаллистики, может закрывать один комплекс или дивизион, как его называют, Патриот. Это, по большому счету, ну, один большой город уровня Киева, Днепра, Запорожья, допустим, той же Одессы, Харькова. То есть вот это от баллистики закроет, ну и в радиусе в 150 километров закроет от любых аэроцелей больших уровня транспортника, или в радиусе 100 километров от любой аэроцели, даже уровня того же шахеда или крылатой ракеты. То есть примерно вот, вот такой Патриот, вот, вернее, такой уровень закрытия. Лучше, конечно, есть лучше, сейчас мы уже это слышали. Есть ХЕЦы американо-израильские, ХЕЦ-3. Это уже серьезная система за атмосферного перехвата, так называемого. Он может сбивать и баллистические ракеты даже на восходящей траектории, то есть после пуска может достать, пока идет ракета в космос, уходит за сотню километров, может ее перехватить на восходящей траектории или на нисходящей уже над целью. И может перехватывать низколетящие на низких орбитах спутники. Также эта система может перехватывать. ДАТАДА не дотягивает. ТААД, это американская система противобаллистическая. Она берет где-то до 200 километров. Это уже космос, можно так сказать. То есть, ну вот где-то 100-150 километров система ХЕЦ берет. Потому за Патриотами, это к нашему военно-политическому руководству, как хотите, достаньте хотя бы пару ХЕЦов. Через Израиль не получится, у них своих там сейчас проблем хватает. Но у американцев ХЕЦы тоже есть. Это американско-израильская зенитно-ракетный комплекс. Вот нам хотя бы парочку, ну хотя бы один можно было бы прикрыть, один из центральных городов.